Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. В Библии, в Священном Писании говорится, во второй книге Паралипоменон, 7 глава, 14 стих. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Господь Бог всемогущий да благословит землю нашу. Господь да услышит молитву нашу сегодня, молитву покаяния. Сегодня 30 октября в календаре нашей церкви, православной реформаторской церкви, Христа Спасителя, скорбная дата, которую мы каждый год вспоминаем, это День памяти жертв политических репрессий. Сегодня вспоминаем, нам есть что вспомнить, мы вспоминаем наших братьев, сестер, репрессированных, как политических преступников. Миллионы верующих людей были репрессированы, в том числе тысячи и тысячи священнослужителей разных конфессий, разных деноминаций, разных христианских организаций, церквей, структур, юрисдикций были репрессированы коммунистическим режимом в тогдашнем безбожном СССР. Потому как действительно впервые в истории человечества родилась такая организация, родилось такое государство, которое имело целью своей именно отвлечь людей, отбить всякое религиозное чувство, действительно уничтожить всякое даже упоминание о Господе Боге, о Творце Вселенной. И это действительно очень печально, что пытались не одно десятилетие из разных народов наших стран бывшего Союза создать некий искусственно, вполне искусственно, некий народ-атеист. Это действительно, как нам говорили в школах советских, новая общественная формация, которая никогда раньше в природе не существовала. Новая формация – народ-безбожник, народ-атеист. И вот почти, да, ну, сто лет назад, в 1917 году произошел Октябрьский переворот, вооруженный переворот, который впоследствии, через некоторые годы, стал именоваться официально уже не переворотом, а Октябрьской, Великой даже, Великой Октябрьской и социалистической революцией, хотя все эти слова являются лживыми на самом деле. Это была никакая не великая, и даже, к сожалению, даже ну, не то, что к сожалению, вообще, да, даже и уже и не Октябрьская, потому что это уже в ноябре уже попала дата, и не социалистическая она была изначально-то, значит, и никакая не была не революция. Это был действительно вооруженный переворот, бандитский переворот, который произвел смену власти, вот, группа революционных таких лидеров, значит, опираясь на бандитские такие формирования, пришла к власти. Как сегодня, уже сто лет спустя, это уже стало очевидно всем, я думаю, более или менее, но всем ясно. Даже тем же самым коммунистам, которые себя порой, до сих пор, порой, увы, именуют наследниками вот тех идей. Но даже им сегодня, думаю, очевидно и понятно, что на самом деле это все было совершенно незаконно, бандитски и совершенно не то, что не цивилизованно, даже не по-человечески даже было все. И вот, но ужас даже не в том. Человечество видело перевороты еще более кровожадные и кровавые в своей истории. Увы, со времен Каина и Авеля, от наших пращуров мы видим братоубийственные войны, всевозможные, массу несправедливости, революций, переворотов и прочее, геноциды. Мы видели это Холокост, мы видели много в истории нашей тысячелетней человечества. Если библейски брать историю нашу человеческого рода в целом, то в библейском исчислении сейчас 5778 год идет. То есть вот за этих 6 тысячелетий действительно очень много кровушки было пролито, и слез, и горя.
земля наша видела, и кровь вопиет порой на самом деле миллионов и миллионов жертв с этой земли. Но я как христианин и как христианский священнослужитель верю в то, что есть кровь, которая взывает к небесам громче, чем кровь Авеля, и кровь всех невинных жертв, которые были на этой земле. Кровь Агнца Божьего, Иисуса Христа, кровь непорочного Сына Божьего, божеская кровь. Эта кровь вопиет не об отмщении, эта кровь вопиет о примирении, эта кровь вопиет к небесам о милости. Потому что действительно Иисус Христос пролил свою кровь не просто как человек и не просто как посланник даже Божий, а именно действительно Сын Божий и Агнец Божий. Он взял на себя грехи всего людского рода. Это не просто была мученическая кровь, это была действительно кровь божественная, которой мы искуплены от суетной жизни, от греховной жизни, искуплены от проклятой жизни, искуплены от развращенной жизни, искуплены от всевозможного действительно безбожия. И сколько существует человеческий род на этой земле, вот за эти почти вот 6 тысячелетий, не существовало в природе такого народа-атеиста. Действительно, в каждом народе больше или меньше сохранялось и сохраняется знание о Боге, познание о Создателе, о Творце миров. Но вот 100 лет назад ситуация резко изменилась. На самом деле искусственно, селекционно, это можно даже сказать на сегодняшний день уже точно, уже селекционно. Ради этой селекции десятки миллионов людей были уничтожены голодом, войнами, морами, всевозможными репрессиями, политическими репрессиями. Так вот, создавался искусственно народ-атеист, народ-коммунист, народ-безбожник, народ без рода и племени, народ без царя в голове, народ без совести, без ума и без чести. И ум, честь и совесть себе как бы присвоила вот та самая бандитская партия, которая взяла власть вооруженным переворотом, пролив кровь, и действительно кровь невинную, крови было пролито очень много, даже сегодня затруднительно сказать, какое количество этой крови было пролито. По самым скромным подсчетам историков, когда был открыт мемориал жертвам в городе Вашингтоне, был открыт мемориал, или в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в город Вашингтон, открыт был мемориал жертвам коммунизма, то выступали ученые, выступали, в том числе и российские, выступали ученые-представители. Так вот, по мнению и российских ученых, и ученых других стран, порядка 100 миллионов человек на совести коммунистической идеологии, философии этой на сегодняшний день. Многие современные российские уже ученые утверждают, что гораздо больше можно назвать на сегодняшний день эту цифру. Многие называют сегодня 150 миллионов человек. Большая часть из них была виновата лишь в том, что они действительно просто не разделяли вот этой идеологии, не разделили этой идеологии, значит, и противились самой идее безбожия, обезбоживания населения. Воинствующий атеизм принес неисчислимые страдания человеческому роду, и в частности вот в России, Украине, в других странах бывшего безбожного Советского Союза, Китая, Индокитая, значит, ну, Вьетнам, там, Камбоджа, там разные страны, в общем-то, та же самая Восточная Европа, Румыния, можно вспомнить, допустим, там, и можно вспомнить Дракулу, вот, 20-го столетия, Чаушеску, там, и прочих извергов можно вспомнить, Хо Ши Мина, значит, и прочих, но... Дело даже не в этих извергах рода человеческого, дело в самой человеконенавистнической идеологии, когда люди готовы убивать других людей миллионами лишь потому, что эти люди принадлежат к другому сословию, к другому классу,
говорят на другом языке, другого цвета кожи, как угодно, по любому признаку. Вот в чем вся, собственно, как бы вот эта вот ненависть человеческая. Она, я повторяю, со времен Каина, она присуща, к сожалению, это злое начало, присуще человеческому роду. Или как мы называем чаще всего первородный грех. И он заключается в такой, можно сказать, беспричинной ненависти. Хотя причина всегда найдется и всегда есть какая-то для человека, как бы для него, в его понимании причина ненавидеть, убивать. Те же самые коммунисты, убивая миллионы душ, тоже имели свою причину какую-то. Они это объясняли по-своему и до сих пор, но есть такие люди, некоторые, которые пытаются оправдать как бы и Маркса с Энгельсом, вот этих человеконенавистников и богобожников, богоборцев, значит. Вот, значит, и их практика великого, значит, Ленина и Сталина, значит, и Чаушеску, и Хо Ши Мина, и Мао Цзэдуна, и прочих извергов пытаются оправдать именно. Знаете ли, мне как вот христианину это очень больно, конечно, слышать слова, оправдывающие именно извергов. Но, с другой стороны, я понимаю, что дело даже не в этих исполнителях злой воли. Дело в первопричине этой злой воли. Потому что не сами эти люди являлись источником этого зла. Знаете ли, помните ли, как начинался манифест Компартии? Он начинался словами: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Этот призрак бродил действительно по Европе вначале. Маркс считал, что немецкий народ на своих плечах принесет мировой пожар. Значит, Энгельс, что английский трудовой народ взбунтуется и принесет действительно мировую революцию человечеству и безбожие это. Вот. Но получилось и не по Марксу, и не по Энгельсу, а получилось на бескрайних просторах земли северной. Действительно, вот подобный эксперимент начался, и пожар разгорался все больше и больше. Примерно так или иначе треть всего человечества была поражена этой заразой. А до сих пор еще ведь, несмотря на то, что, значит, как бы сейчас на Земле очень немного такого воинствующего безбожия, значит, кроме отдельных некоторых регионов, отдельных стран, но коммунистическая идеология, даже выдаваемая порой за как бы идеологию с человеческим лицом, как бы сама идея, она порой еще действительно покоряет, будем так говорить, своей вере миллионы душ. Понимаете ли, но вся беда в том, что эта идеология, она действительно богоборческая и идет из самого ада. Источником ее является сам Люцифер, сам дьявол, сатана. Потому что лишь он есть человека-убийца от начала. То есть та личность, которая производит это зло, которая является во главе этого всего мирового зла, значит, и коммунизма, и фашизма, и прочих этих измов, знаете ли, которые миллионы душ пожали и пожинают до сих пор, жатву страшную в человеческом роде. Источником этого зла является не Гитлер, не Сталин, не Чаушеску, не Хо Ши Мин, ни кто-то еще. Нет. Источником этого зла является действительно именно дьявол. И мы, как христиане, сегодня молимся, вот я процитировал место из Писания, второе паралипоменон, о смирении перед Богом. Я знаю, что есть лишь один источник добра, источник любви, источник действительно спасение, это сам живой Господь Бог Всемогущий. И что действительно есть Божья святая любовь, которая объемлет всех нас. Есть действительно спасительный круг, будем так говорить, утопающему человечеству. И это спасение протянул нам сам Господь Бог Всемогущий в лице Иисуса Христа, показав свою любовь. Доказал Бог к нам свою любовь действительно тем, не просто словами, а самим делом. Доказал каким образом? Отдав Сына Своего на распятие, отдав свою кровь, свою жизнь за нас, за грешников, за всех, отдав свою жизнь, пролив свою кровь. И вот это есть, действительно, есть Божий план спасения. И в нашем смирении, в нашей молитве мы действительно обращаемся к Богу,
И я как архиепископ вот, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, нашей Киевской архиепископии, как христианин, как антикоммунист и антифашист, я просто взываю сегодня, вот в этот день жертв, памяти жертв политических репрессий, действительно к Богу, о милости, взываю к Богу о Его благодати и молю Бога о том, чтобы действительно, чтобы вот тот источник мирового зла, который сеет вражду, беспричинную ненависть возможную, потому что с точки зрения неба это действительно беспричинная ненависть. Нет причины у человека, одного человека убивать другого человека. Хотя один человек может думать, что я вот убью другого человека и возьму его, допустим, богатство, его деньги. Вот, и с точки зрения убийцы, допустим, у него есть причина к этому его злодеянию. Но с точки зрения неба это беспричинная ненависть, потому что на самом деле это никакая не причина. На самом деле это злоба, это ненависть, это ярость, которая не имеет с точки зрения небес причины рациональной. Потому что есть лишь одна причина всех причин на этой земле – это любовь. Потому что сам Бог есть любовь. Потому что сам Бог, Он действительно примирил с собою весь этот мир, весь род человеческий. Примирил через кровь Иисуса Христа. И поэтому лишь одну причину Он действительно принимает во внимание – это любовь. И лишь одно есть для человеческого рода послание неба – это прощение. Потому что в основе именно беспричинной ненависти не прощение, а в основе именно Божьей любви прощение. Слава Богу. И пусть Господь Бог благословит всех вас, дорогие друзья. Благословляю вас. И сам как и антикоммунист, и антифашист, я люблю и коммунистов, и фашистов. Молюсь за них, молюсь за людей, люблю людей. И призываю к тому, чтобы действительно явить даже самым ярым безбожникам святую Божью любовь через наше отношение христианское к ним, ко всем. Поэтому наша брань, она не против плоти или крови, она против злобы, против духов злобы поднебесной, против мироправителей тьмы века сего, то есть против дьявола, против всех его бесов. Мы ведем духовное сражение, и сегодняшним днем люди, может быть, малорелигиозные или нерелигиозные, далекие, может быть, совершенно от веры, они сегодня обычно просто вспоминают имена, допустим, павших, сожалеют, порой негодуют на вот тех, кого дьявол использовал как источники ненависти, знаете ли. Но мы, как христиане, должны не только вспоминать палачей и вспоминать жертв. Мы должны вспомнить жертву всех жертв. Господню жертву. И мы должны понимать, что даже те же самые палачи – это несчастные люди, которые действительно обмануты. Люди, которые сеют беспричинную ненависть, они обмануты дьяволом. И это глубоко несчастные люди. И наше христианское отношение даже к нашим убийцам, к нашим насильникам, тем, кто убивает нас, тем, кто проклинает нас, гонит нас, христиан, наше отношение подлинно христианское – это отношение любви и прощения. Наш Спаситель, потому что Учитель, наш Господь Иисус Христос, даже на кресте убиваемый, а Его убивали ни за что, чисто по-человечески, это была действительно беспричинная даже ненависть, даже с точки зрения человеческого права. Но, дамы и господа, братья и сестры, наш Учитель, наш Господь Иисус, Он не проклинал своих убийц и даже не говорил, что грехи ваши на вас. Нет, Он не допускал подобного отношения даже в последние минуты своей жизни. До последнего издыхания своего на этой земле грешной Он молился и благословлял, прощал и исцелял, по сути, сердца человеческие. И Его молитва была даже об убийцах следующая. «Прости им, Отец». Обращаясь к Богу Святому, называя Его своим Отцом, как и мы сегодня, вслед за нашим братом Господом Иисусом Христом, мы также называем Бога Отцом и обращаемся к Богу именно таким образом. Говорим: Отец наш Небесный, сущий на небесах, и мы говорим: прости им, они не понимают, что сейчас это делают. Потому как дьявол приходит и пришел лишь для того, чтобы украсть, убить и погубить, а Господь наш Бог явился для того, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком.
И наша эта брань духовная не против людей, а за людей. Не против человеческого рода, а за человеческий род. Потому что фашисты, коммунисты, особенно коммунисты, в еще большей, наверное, ну, более человеконенавистнической идеологии в природе, пока человеческой, еще не существует. Разве что, может, откровенный сатанизм, знаете ли, значит, да, может быть, но, знаете ли, коммунизм – это, по сути, тот же самый сатанизм. Потому что, действительно, это даже фашизм не опускался на такую низкую моральную планку, низкую моральную ступень, как, на какую опустился коммунизм, заявив, что Бога нет вообще. Знаете ли, это даже и фашистам не приходило в ум, подобная мерзость. Но это страшно на самом деле, это самое низкое, что может человек просто-напросто допустить в своей жизни. И ради вот этой низости убивать миллионы и миллионы душ. И достаточно вспомнить и злодеяния коммунизма. Сегодня, кстати, вот зачитывают ведь сегодня списки, не знаю, как в Москве. Прошлые годы я был как раз, значит, и зачитывались списки на протяжении дня этих тысяч и тысяч имен репрессированных жертв. И говорилось, что действительно должно быть, никто не забыт и ничто не забыто. Мы должны помнить, действительно, это все, это хорошо, но можно вспомнить еще и миллионы загубленных душ, совершенно безымянных, совершенно, кому, ну, будем так говорить, невспоминаемых фактически душ. Ведь Советский Союз, ну тогда еще даже не Советский Союз, извиняюсь, тогда еще до образования СССР, но уже Ленин был у власти, и его вот это сатанинское правительство, совнарком так называемый, были у власти. И одно из самых первых сатанинских их деяний, это был декрет об абортах. Декрет об абортах, когда, опираясь на тогдашние столетней давности научные данные, в то время, 100 лет назад, это казалось весьма научно и казалось это весьма даже, ну, прогрессивно, значит, что якобы неродившийся ребенок является лишь частью материнского организма. 100 лет назад действительно люди в это верили, на ученые, и это считалось даже научной истиной, что, конечно, совершенно не является на сегодняшний день абсолютной, не является это истиной, это является просто-напросто псевдонаучной ересью. Вот, на сегодняшний день даже медицинские учебники рассматривают, в частности, в США, рассматривают, значит, неродившегося ребенка как отдельного пациента, даже вплоть до переливания крови этому пациенту. И сегодня, на сегодняшний день уже доказано, что кровь ребенка не смешивается с кровью матери, и что сердцебиение и диагностика идет, значит, и лечение ребенка еще внутри утробы. На сегодняшний день все так называемые научные, в кавычках, достижения столетней давности кажутся просто кощунством, просто святотатством и просто кажутся мракобесием на самом деле. Но действительно Ленин и его вот это сатанинское правительство 100 лет назад, опираясь на, ну, чуть больше, чуть меньше, чем 100 лет назад, получается, опираясь на вот такие, как бы, вот высказывания таких вот горе-ученых, знаете ли, которые оторвались от здравого смысла, знаете ли, и от Библии, значит, и объявили частью материнского организма неродившегося ребенка. Так вот, знаете ли, все, что удалить, как бы, гланды и прочее, и совнарком, это сатанинское правительство, подписало первый в истории человечества закон об абортах, декрет об абортах. Никогда в истории человечества, сколько существует человеческая наша цивилизация, уже, ну, 6-е тысячелетие, ну, так, грубо говоря, 6 тысяч лет. Так вот, значит, и вот впервые 100 лет назад вот было подобное кощунство, злодеяние совершено. И уже впоследствии, особенно после Второй мировой войны, многие страны, в том числе и страны свободного мира, к сожалению, вследом за безбожным Советским Союзом, провозгласили подобные законы об абортах на своих территориях. К сожалению, это все по сей день существует. И десятки, и сотни, я десятки это сказал, знаете, чисто так вот по привычке, на самом деле идет речь о сотнях и сотнях, даже тысячах, о миллиардах убитых.
на совести Ленина и его правительства. Потому что действительно они открыли ящик Пандоры. Очень страшный ящик Пандоры. Нет, аборты не они придумали. Конечно, они были всегда, убийство всегда было. Со времен еще, я говорю, Каина, Авеля, убийства были в природе человеческой падшей. Но никогда убийства не были названы законом. Беззаконие, когда называется законом, когда на черное говорится это белое, знаете ли, до такого никогда человечество не скатывалось, никогда ранее. И это один из штрихов, одно из злодеяний коммунистической идеологии. Второе, что я скажу. Кстати, вот те демократические там, и даже порой антикоммунистические силы, которые оправдывают аборты, они по сути так или иначе источником своим имеют именно как раз коммунистическую идеологию, в частности правительство Ленина. Значит, сатанинское, ярко выражено сатанинское. Если вы еще сомневаетесь в этом, то послушайте второе. Какой еще они придумали закон тогда, тоже впервые? Как и закон об абортах, об убийствах неродившихся детей, а это только лишь сатана, Люцифер мог подобное вдохновить, подобный закон. Второе, это закон о концлагерях. Декрет Ленина о концлагерях, совнаркома этого правительства, об убийстве, создании концентрационных лагерей смерти для убийства классового противника. Только вдумайтесь, убивали, то есть по замыслу советского этого сатанинского правительства, тогда, 100 лет назад почти, было решено убить целые классы общества, то есть вина миллионов людей была лишь в том, что они родились не в том классе общества. И знаете, дамы и господа, братья и сестры, это настолько не укладывается в человеческий просто рассудок, что это... Знаете ли, как вот и декрет об абортах, декрет о концлагерях, действительно, это выдающееся вот, достижение сил ада, сил тьмы, знаете ли, в истории человечества. Наверное, более низкого в истории человечества никогда не было. И не, даже не наверное, даже я извиняюсь, не наверное, нет, точно, более низкого в истории человечества не было. Насчет законов, насчет подобных и практик. И вот это показало всю гниль сатанинскую. То, что действительно было провозглашено, что будут искусственно уничтожены, значит, и институт брака, семьи. Будет все святое, все, что есть в человеческой душе святое, будет все вытравлено, уничтожено. И будет создана как бы новая человеческая душа, как бы на расчищенной территории, путем вот убийств миллионов и миллионов людей, будет создана искусственно новая человеческая формация, советский народ, что не без успешно, к сожалению, было выполняемо. Знаете ли, сегодня я говорю эти страшные факты не просто, чтобы вас запугать, нет. Я говорю эти страшные факты, надеюсь, что меня смотрят все-таки большая часть именно верующих людей. Но если вы коммунист, или вы сторонник вообще ленинизма, там, или сталинизма, там, не дай бог, или чего-то еще, то знайте, что мы, христиане, вас любим, но не любим ту идеологию, которую носителями вы стали, вольно или невольно. Я сам вырос в глубоко атеистической, коммунистической семье. Мои родители были людьми глубоко неверующими, совершенно далекими от любой религии. А дедушка и бабушка, то есть родители моего папы, были воинствующими, будем так говорить, в свое время воинствующими атеистами. По крайней мере, ветеранами ЧК, НКВД, значит, и сегодняшний день жертв политической репрессии, он для меня тоже день моей семьи. Моя семья тоже участвовала в этом, но с другой стороны, не со стороны репрессированных, а со стороны тех, кто совершает репрессии. Вот, и я благодарю Бога, конечно, что моя бабушка, прожив почти 100 лет, перед смертью она покаялась. Она приняла Господа Иисуса Христа, приняла прощение, приняла Спасителя, вот, и ушла на небеса прощенной. И, знаете ли, пример моей бабушки, ветерана НКВД, я
часто привожу в пример и говорю, знаете ли, какие не были бы ваши грехи, что бы не было бы, да Бог говорит, если даже как багряные будут они, я как волны убелю. Господь обещает грехи наши не просто простить, а выбелить нас полностью. И все это в Новом Завете мы знаем, как совершается. Я как новозаветный верующий, как христианин говорю, это кровь Иисуса Христа. Чудесная святая кровь, она совершает великое в наших судьбах. И она очищает нас от всякого греха, абсолютно от всякого. Нет такого греха на земле, который Бог не мог бы простить. Не существует просто-напросто, в природе не существует. Некоторые умники и умницы берут, как бы, значит, такие горе-умники и горе-умницы, из Писания вырывают отдельные из контекста фрагменты и говорят, вот есть грех к смерти, грех не к смерти, вот есть хула на Духа Святого, не простится ни в этом, ни в будущем веке, и прочее, прочее, прочее. Берут места из Писания, вырывая из контекста, забывая многие другие тексты из Писания и весь контекст всей Библии. Но я вам скажу авторитетно, именно действительно, что весь контекст Библии – это прощение. Это любовь, это действительно, что Господь даже самое страшное, даже самое неразрешимое взял на себя и понес наши немощи, и ранами его мы исцелены. Исцелил наши болезни, и он действительно прощающий Бог. Слушайте, те, кто говорит, что Бог не прощает что-то, не верьте таким людям, потому что это религиозные аферисты и демагоги. Либо просто люди заблудшие, больные душой, больные духом, несчастные, обделенные, которые не приняли еще Божью любовь, стоят в сторонке и не хотят примириться по-настоящему с Богом. А примирившись по-настоящему с Богом человек, один из первых признаков этого настоящего примирения, это то, что он прощает всех, он любит всех и благоставляет. И потому как действительно в молитве «Отче наш», допустим, Господь говорит «и прости нам, как и мы прощаем». Но дальше в Новом Завете раскрывается другая тайна, что действительно по-настоящему-то мы не можем прощать, а только лишь приняв прощение, мы можем тогда действительно всех и вся простить. Вот поэтому некоторые люди тоже берут и даже из Нового Завета, вырванные из контекста Писания, допустим, вот, и говорят, вот так и так будем поступать. На самом деле дело не даже не в молитве «Отче наш», даже не в чем-то другом, а дело в самом Боге и в контексте всей Библии. И ключом для тех из вас, кто, может, заблудился немного в Писании даже или в христианстве, потерялся в религии вообще в целом, чтобы понять правильно Библию, понять правильно христианство, откройте Иоанна 3:16. Прочтите это вслух, порассуждайте. Мы называем это, христиане, золотым стихом Библии. То есть, если вы поймете Иоанна 3:16, вы поймете всю Библию, вы поймете христианство, вы поймете веру истинную. Если не поймете, вы ничего в Библии не поймете, хоть даже будете знать ее наизусть. И хоть в христианстве будете всю свою жизнь. Если не родите свыше, бесполезно, так и не увидите Царство Божьего. Но, дамы и господа, братья и сестры, это такое отступление я сделал для комментария, для объяснения, потому что я так понимаю, что и видео мои смотрят, судя даже по комментариям, очень разные люди, и даже и христиане очень и очень разные, разной веры. Правильная вера, она и не православная, хотя я сам православный человек, и не протестантская, и не католическая, и никакая другая, там, и не мусульманская, и не иудейская, и не какая-то еще. Знаете ли, все веры человеческие, все религии человеческие, какое знает человечество, на самом деле это лишь определенные ширмы, определенные, знаете ли, традиции, определенные, да, порой древние, порой более современные традиции. Но на самом деле спасение только лишь в Господе, Боге Всемогущем, Его любви, в Сыне Божьем Иисусе Христе. И порой сам Господь Иисус Христос, знаете ли, до неверующих порой быстрее достучится, нежели до религиозных, до своей церкви. Ему порой, согласно даже той же Библии, слушайте, ему сложнее достучаться. Но почему я это сделал отступление, чтобы подвести к молитве сегодня, к молитве покаяния, к молитве примирения с Богом. Очень хочу благословить вас всех, дорогие друзья, в этой молитве. И главное, от сердца. Молитесь не просто, повторяя за мной слова, самое главное, молитесь от сердца, помолитесь своими словами, но помолитесь именно, знаете ли,
Даже само слово «молитва», оно стало таким пошлым порой, знаете ли, потому что люди порой молитвами чаще всего, 90%, вот я общаюсь часто с разными людьми, 90% людей молитвой называют то, что молитвой вообще не является даже, в библейском смысле этого слова. А в библейском смысле слова, в истинном смысле этого слова, молитва является действительно общение с Ним, общение с Богом, разговор с Ним, разговор с Богом. Поэтому говорите с Ним, разговаривайте с Ним, и говоря с Ним, знайте, что Он, Бог, очень сильно любит вас. И Он есть наш Небесный Отец, который возлюбил всех нас и простил всех нас, спас всех нас через Иисуса Христа Спасителя. Призовите имя Господа Иисуса как своего личного Спасителя, как своего личного Господа, как Искупителя, Целителя, Освободителя. И будете спасены, и будете живы. И в этой молитве сегодня я прошу Бога вот, о смирении народа Божьего, о верующих, чтобы действительно не буйствовали верующие, чтобы не, знаете ли, не искаженно имели представление о Боге, потому что по-настоящему смириться перед Богом не может человек гордый, не может человек, имеющий представление искаженное о Господе, Боге, Спасителе. Такой человек, даже и выказывая внешнее смирение, на самом деле будет весьма несмиренным. Так вот, смирение наше – это признать Бога таким, каким Он есть, а не выдумывать свой образ Бога. И какой Он есть? Он есть Бог, есть любовь. И, дамы и господа, братья и сестры, и мы просим о милости, о жертве, взывая к жертве Бога, крови Иисуса Христа, просим о милости для нашей земли, о покаянии, о прощении. И пусть нечистый дух коммунизма навсегда покинет, этот призрак коммунизма навсегда покинет нашу землю во имя Господа Иисуса Христа. Благословляю всех вас, и можете обратиться своими словами к Богу: Господь, прости, очисти. Призовите имя Иисуса, скажите: Господь Иисус Христос, Ты мой личный Господь и Спаситель. Я отрекаюсь от всякого греха. Иисус Христос, Ты мой Спаситель, живи в моем сердце. И призовите Господа Иисуса в свою жизнь, в свою судьбу. И пусть Бог благословит вас. Читайте Слово Божье, Библию Святую. Пусть действительно, да, и имейте Бога в разуме. Рассуждайте. Рассуждайте над тем, что Бог есть действительно любовь, и истина, и благо. И пусть всякие дела дьявола будут разрушены. И в вашей судьбе через кровь Иисуса Христа. И в наших народах, в наших странах. Я молюсь о том, что, как написано в Библии, исцеление земли, чтобы произошло также от всякого последствия этого нечистого духа коммунизма. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Сия вера апостольская, сия вера христианская. Сию веру мы исповедуем в наш век и просвещенный век, мы просвещаемся Словом Божьим. Во имя Иисуса Христа благословляю всех вас, во имя Господа Иисуса. Аминь. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископии, Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Да, и еще, значит, как по скриптум, если вы в Киеве эти дни, то приходите на служение в это воскресенье. Ближайшее это получается у нас 5-е будет, да, уже ноября. И я думаю, что на этом служении мы как раз отдельно помолимся по местам из Писания, из Ветхого, из Нового Завета возьмем такие цитаты из Писания, по которым будем молиться, молитвы такое покаяние в коммунизме, тем более, что это как раз воскресенье ближайшее к вот этой трагической дате октябрьского того самого переворота, который по новому календарю он в ноябре, в общем-то. Пусть Бог благословит вас всех во имя Иисуса Христа. Аминь.